Мне тоже. А, или вы в Инстаграм будете выкладывать? Я буду выкладывать. Как вас может отметить? В Инстаграме же все равно можно сказать. Давайте я лучше скину вам фотографию. Так, последние минуты перед началом, еще тишина. Ну, кстати, люди-то есть вообще? 508? Должны, а? Должны быть, не смотрели? Золотые билеты почти все скуплены. Почти. Пойду посмотрю, сколько. Вот, 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 вот они. Музыка в темноте. Жирафа. Я думаю, почему такая, какая атмосфера такая? Вообще очень странная была на самом деле. Слезы прибавили. Классная. Да. Да, да, да. Шикарная. Да, самый, самый свежий трек. Да. Да, да. Она как подумает, у меня там сразу самый да. свежий трек. Любовь. Девушка Джеймс Бонда. Татарская Пугачева. Это не в том платье. А почему? Почему тут Пугачёва? Если бы это была Балахонья, то да. Ну, это был Балахон, просто ага. Вы что, сейчас не едем? Сейчас, да, через два номера. После меня. Никита Татарстан, Зарина Пугачёва. Пугачёва сы. Да? Это же песня про Новый год же звучит. Ильмир Низам, синтезатор, да. Это уже пятый вариант. Или четвертый все еще? По-моему, четвертый. Да. Ну, значит, надо сделать спеть его. Новогоднюю. Да, новогоднюю. Сделаем? Все варианты. Да. Сделаем? Сделаем все четыре варианта. Окей, окей. Так, увели. Все, я пошел, да. Так, все, пошли. Thank you.
Ты наступил уже на палец мне. И вот здесь вот буду снимать. Заходящих. Да, вот они, звезды сегодняшнего вечера. Так, зажгли, просто сделали. Так, очень хорошо. Вот они. Вот они, люди, герои. Добрый вечер. Добрый. А, ты вообще потрясающие! Марат, ну, ваш просто самый лучший. Мы все вместе сделали это. Все вместе навалились и прям вообще зажгли круто. Да. Вообще просто нереально красиво было. Ну, счастье. Просто прекрасно. О, добрый вечер. Вы быстро успеваете. Стараемся. Молодцы. Вы, получается, тоже музыкант? Ну, как видите. Автовская музыка. Вот живые эмоции. Зарин Вильдана, Опять мы, да. Ребята, если заканчивается, давайте мы соберемся и замолчим, потому что есть человек, который устроил для вас, для нас, для всех, для зрителей, который, во-первых, скажет потом скажи я несколько слов, и потом мы разбежимся отдыхать. Давай. Ой, ну, я вообще, как зритель, всегда смотрел кайфово. Ну, я знал, конечно, где, что не так идет, но это не помешало всем, кто вот кого я встречал, все не ожидали такого шоу. И тут же посыпались вопросы, а где достали этот инструмент? Ну, это уже другие вопросы, которые будут потом задавать. Но зрителям, судя по всему, очень понравилось. Я вот прошелся по Кто-то что-то? Кто-то что-то еще? Андрей? Нет. Кто-то что-то? Эксперты, кураторы? Да нет, ребята. Только мы. Только мы. А, ну, смотрите, для тех, кто... Для морально устойчивых, да? Ложка дегтя, бочки меда. Все устроили? Все поняли, да, кто что наделал, и не в том месте. Стоит это озвучивать? Да, поняли. Спасибо большое. Осознанность в любом случае. Я сейчас, мне больше хотелось... Ну, как бы со старшими коллегами я, наверное, у меня будет диалог отдельный. Вот, вас благодарю за то, что все-таки информация важная и нужная, рабочая, была все-таки усвоена, принята. Ну, немножечко поплыли, но есть несколько факторов, которые, но они не снимают с вас ответственности никакой. Когда ты в чем-то не уверен, есть минута, есть 30 секунд, когда ты должен это выяснить. Но когда прям стройным рядом из правой кулисы выходит толпа, которая весь день одного мы искали, третий там еще где-то и так далее. Вот это все издержки, друзья, отношений, не самого внимательного и так далее. Но еще раз повторюсь, есть там еще один фактор, ну, который я не прощаю себе. То есть это моя излишняя компромиссность, возникшая, когда я приехала домой, например. Я всем желаю творческих успехов. Я надеюсь, что мы с вами повстречаемся еще, может быть, где-то как-то. Я благодарю организаторов за абсолютно искреннее приглашение, за абсолютно искреннее стремление шагать вперед. Я честно повторюсь, как позавчера говорила о том, что я очень горжусь, на собрании говорила о том, что очень горжусь, что такой сдвиг, что такой саунд имеет место быть в Татарстане абсолютно. Ну, для меня это прям радость большая. Еще раз повторюсь, когда я отсюда уезжала, я искренне надеюсь, что я буду приезжать и встречать новые какие-то фишки, и что Татарстан будет
только Алга. Вот, спасибо еще раз всем большое. Я надеюсь, что вы не очень обижаетесь за мои крики-выкрики. Это все по любви. Ура! Спасибо! Три, четыре! Серьезный вопрос. А караоке 5 жителям это будет? Минуса есть, да, все есть.